8 сентября в выставочном зале «Старая водонапорная башня» Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров Град Свияж» открылась выставка «Натянутая тетива». На выставке демонстрируются более 150 экспонатов, предметы из фондов Национального музея Республики Татарстан, Этнографического музея Казанского федерального университета, материалы реконструкции. Выставка посвящена яркой странице истории военной и охотничьей культуры, лукам и их атрибутам. Луки и стрелы стали символами воинской доблести. Мастерство владения ими нашло отражение в мифологии, языческих культурах, народном творчестве и изобразительном искусстве. По песцовой книге Свияжской и Свияжского уезда 60-х годов 16 века мы также знаем, что здесь были мастера-лучники. Вот, поэтому нам эта тема интересна, но мы впервые к ней обращаемся. И для того, чтобы сделать экспозицию более такой насыщенной подлинными предметами, мы обратились в крупнейшие и старейшие музеи нашего региона. Первоначально колчаны имели такую цилиндрическую форму, более плоскую, да, то есть вот такая фигурная форма. Да, и делались они из бересты, обтягивались кожей. А, да, а более такая уже фигурная форма, это более поздняя, ну, где-то 16-17 век. Конечно, да. Конечно, да. Среди подлинных экспонатов большинство составляют региональные находки, относящиеся к Волго-Камскому краю, археологические предметы первобытной эпохи Средневековья. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.